главное в подготовке — это стараться уделять больше времени работе. Я уделяла все свое свободное время подготовке, я прорешивала варианты, подборки различных заданий, особенно тех, которые не особо получались. Писала сочинения на различные темы. Пришлось отказаться от любимого хобби, потому как не хватало сил и времени между посещением репетиторов и подготовительных курсов. Что еще сказать?